развитие и стремление к новым международным стандартам, увеличение содержательного, качественного контента. Такова главная цель масштабного ребрендинга на всех медиа-активов, входящих в состав телерадиокорпорации «Казахстан». И сегодня у нас в гостях председатель правления телерадиокорпорации Ерлан Тынымбаевич Карин, который более подробно расскажет о масштабном ребрендинге. Ерлан Тынымбаевич, қош келдіңіз, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, қымбат. Қайырлы кеш, құрметті достар, әріптестер. Ең алдымен баршаңызға бүгінгі біздің баспасөз мәслихатымызға келіп, қатысып, қолдау білдіріп отырғаныңызға алғыс айтқым келеді. Өз атымнан және корпорация атымнан. Бүгінгі біздің баспасөз мәслихатымыздың негізгі тақырыбы корпорация аясында өтіп жатқан ребрендинг процесінің әрі қарай жалғасуы және де оның жаңағы қымбат айтып өткендей аймақтық телеарналардың деңгейінде қалай өтіп жатқаны жөнінде сізге хабар беру. Ең алдымен сіздердің естеріңізге сала кетейін, өздеріңіз білесіздер, биылғы жылдың 28 тамызында Қазақстан телерадио корпорациясында ауқымды ребрендинг процесі басталды. Яғни біздер корпорацияның құрамына кіретін негізгі медиа-активтердің белгілерін өзгерттік. Ол Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қазспорт спорттық телеарна және балаларға арналған тұңғыш жалғыз еліміздің телеарнасы Балапан арнасында да негізгі белгі өзгертілген еді. Жаңа өзгерістерге сәйкес әрбір телеарна ортақ бір белгімен байланыстырылатын болады. Бұл белгі еліміздің мемлекеттік туының негізгі түстеріне сәйкес болады. Бұл белгі арқылы біз осы медиа активтерінің құрамындағы түрлі арналардың ортақ бір ұжымның бөлігі ретінде таныстыруға мүмкіндік аламыз. Және бұл тек қана ребрендинг тек қана негізгі арналардың белгісінің ауысуымен ғана ерекшеленген жоқ. Ребрендинг аясында біздер барлық студияларымызды жаңарттық және ең бастысы контентте де бірқатар өзгерістерді жүзеге асырдық. Арнаның бағдарламасына 30-ға жуық жаңа жобалар енді. Олар түрлі жанрларды қамтиды. Рұқсат болса, мен қазір сіздерге сол жаңа маусым аясында Қазақстан телерадио корпорациясының, Қазақстан ұлттық телеарнасының эфиріне енген жаңа жобалар жөнінде кішкентай ғана шолу таныстырып өтсем. Осы күзде ұлттық арна өз көрерменін жаңа жобалармен қуантады. Төл өнерімізбен ұлттық эстраданы ұлықтайтын «Мен қазақпын». Силквей Стар, Хит Қазақстан, Сазгер. Отанымыздың көрікті жерлермен таныстыратын ел ішінде. 24 сағат табиғат құшағында. Киелі Қазақстан, ұлы дала ұлағаты. Өткеннің ақ таңдақ беттерінен сыр шертетін алаштың аманаты. Түрлі кәсіптің қырымен сырына қанық қылатын үміткер. Сонымен қатар көпшіліктің көңілінен шыққан ақпараттық саяси. Сонымен ұлттық арнада басты ақпаратын ұсынады. Бұл бүгінгі басты тақырып. Танымдық, әлеуметтік, рухани, ойын-сауықтық бағдарламалар жалғасын табады. Халық мүддесі үшін жұмыс жасау ұлттық арнаның басты ұстанымдарының бірі. Бұл менің Қазақстаным. Рахмет. Бұл жаңа ауысым аясында эфирге енген бағдарламалармен жобалардың бір бөлігі ғана. Жаңа жоғарыда айтқандай 30-ға жуық бағдарламамен жобаларды енгізіп жатырмыз. Олар әлде де кезең-кезеңмен эфирге енуде. Алдыңғы апталарда тағы да бірнеше жобалар біздің эфирге келіп қосылады. Енді бүгінгі біздің негізгі жаңалығым сіздерге алдарыңызда жариялайық деп отырған. Бүгіннен бастап жаңару жұмыстары енді аймақтық филиалдарға да таралатын болады. Қазақстан телерадио корпорациясының құрамына кіретін 14 аймақтық телеарналардың эфирінде ауқымды өзгерістер басталды. Жаңа маусым аясында эфирлердің графикалық безендірілуі, студиялардың дизайны мен декорациялары жаңартылып, әртүрлі жанрды қамтитын жаңа бағдарламалар көрермендерге ұсынылады. Сондай-ақ барлық телеарналардың жеке атаулары өзгеріп,
арна логотиптері осында жеке атауларға ие болатын болады. Егер де бұрын Қазақстан Ақтау, Қазақстан Атырау, Қазақстан Ақтөбе, Қазақстан Петропавл, Қазақстан Павлодар болатын болса, енді Маңғыстау, Атырау, Ақтөбе, Қызылжар, Ертіс, Семей деген секілді жеке атауларға ие болатын болады. Рұқсат болса, екінші слайд. Міне сіздердің алдарыңызда біздің аймақтық филиалдардың енді жеке дербес атаулары бойынша сіздерге таныстырылымы. Яғни өздеріңіз көріп отырсыздар, әрбір аймақтағы біздің филиалымыз, телеарналарымыз аймақтық өздері сол өңірлердің жер су атауларына, сол өңірлердің қалыптасқан атауларына сәйкес жаңа осындай есімдерге ие болады. Қызылорда, Қызылжар, Сарыарқа, Ақтөбе, Атырау, Ақжайық, Жамбыл, Көкше, Ертіс, Маңғыстау, Алтай, Семей, Қостанай, оңтүстік. Және де олардың біздің корпорацияның құрамына енетінің бір белгісі ретінде көріп тұрғаныңыздай ортақ мемлекетіміздің туына іспеттес екі түспен белгіленген арнайы белгімен ерекшеленетін болады. Сол арқылы осы ребрендинг процесі арқылы біздің арналар өздерін ақпараттық кеңістікте жеке дербес
какой высокий уровень профессиональной подготовки этого требует. Поэтому ребрендинг и изменение контента, все это будет способствовать и дальше наращиванию творческого и профессионального потенциала наших коллективов в регионах. Мы проводим работу по техническому перевооружению наших региональных филиалов. Мы работаем сейчас над изменением и качества вещания, изменением и качества сигнала и так далее, и так далее. Поэтому та работа, которая сейчас проводится, она проводится в рамках нашей большой стратегии, которую мы совместно сегодня осуществляем при поддержке Министерства информации и коммуникации. Спасибо за ответ. Пожалуйста, следующий вопрос. Ирлан Дунбаевич, телеканал Алматы, Анвар Шаликенов. Подскажите, пожалуйста, мы знаем, что региональные телеканалы в основном живут за счет госзаказа от областных акиматов. Сколько денег было выделено, ну, или в этом году, или будет выделено в 2018 году на развитие региональных телеканалов, региональных ваших филиалов? И вот вы сказали, что 96 программ по всем региональным телеканалам вы собираетесь открывать. Скажите, пожалуйста, как конкретно, чем будете удивлять телезрителя, чтобы он остановился вот именно на кнопке телеканала «Казахстан»? И второй вопрос. Это уже вопрос не как к медиа-менеджеру, а как к политологу. Ваш телеканал одним из первых перешел на латинскую графику. Первым телеканалом, который перешел, можно сказать. И вот ваше мнение, глава государства буквально несколько дней назад подписал. Вместе с телеканалом «Алматы» мы перешли. Спасибо. Ну тогда после нас. Скажите, пожалуйста, лично ваше мнение о переходе на латинскую графику. Не слишком ли рано мы переходим? Какой вариант был все-таки лучше? Если последний вопрос не по теме, чуть-чуть пресс-конференции, можно в кулуарах записать. Можем за угол выйти, да? Как в школах обычно. По первой части вопроса о том, какой процент госзаказа, я вам могу сказать, что да, конечно, как государственная телерадиокорпорация, медиакорпорация, мы в основном пользуемся поддержкой государства в этой части. Но, тем не менее, как и наши основные государственные республиканские телеканалы, так и наши региональные филиалы, мы активно участвуем в информационном рынке, в информационном пространстве, и предлагая довольно интересный контент, конкурентоспособную продукцию, мы активно участвуем и в привлечении различных ресурсов, средств. И я могу сказать, что на самом деле доля государственного заказа не доминирующая, и сегодня наши филиалы путем предоставления, как я уже говорил, интересного контента вполне конкурентно участвуют на информационном рынке. И надо просто здесь еще иметь в виду, что когда мне иной раз коллеги говорят, намекая на то, что вот вы пользуетесь или используете государственные ресурсы, финансы и так далее. Но, как я уже вот в первой части отвечал, но вместе с тем у нас самый большой объем внутреннего производства. То есть надо иметь еще это. То есть государство не просто тратит, а государство в результате получает качественный внутренний информационный продукт. То есть если на других иных каких-то каналах, и в том числе на местных, региональных, кстати, каналах, очень много закупного, а большая часть иностранного контента, российских сериалов, там, или там чуть ли не прямая ретрансляция каких-то программ и так далее, то наши региональные филиалы эти ресурсы отрабатывают вдвойне, втройне, предоставляя, создавая интересный контент там, на местах. Как я уже говорил, сегодня в эфире многих наших региональных каналов, вот я вот даже приведу вам пример, Казахстан, Тараз, или сейчас теперь уже Жамбыл, собственное производство в процентах 75%. Или Кызылорда, собственное производство процентов более 70%, 71%, 8%, 10%. Или Казахстан, Ахтау, теперь сейчас Маңғыстау, 82% эфира собственное производство. Как
Как я уже говорил, многие республиканские сегодня каналы не обеспечат такое соотношение у себя в контенте. Поэтому нашими коллегами проводится большая работа. Я наоборот надеюсь на еще более активную широкую поддержку государства, потому что все это в совокупности способствует усилению информационной безопасности, повышению конкурентоспособности наших казахстанских медиаресурсов. Что касается того, что мы вот перешли одним из первых, да, мы гордимся этим фактом, но, конечно, такой задачи не было, честно говоря, первым или вторым или третьим по счету. Мы, честно говоря, не этим моментом руководствовались. Мы руководствовались несколькими соображениями, когда принимали решение об использовании латинской графики в написании наших активов. Во-первых, с точки зрения графической эстетики, подачи, узнаваемости и так далее. Мы сегодня ставим перед собой более высокую цель, то есть чтобы наша продукция, в особенности, например, наши сериалы, которые мы производим, были конкурентоспособны не только на нашем рынке, но и на других рынках. И мы сегодня занимаемся активным продвижением наших продуктов на зарубежных телерынках. Впервые осознанно, осмысленно, системно, последовательно проводим такую работу. И уже начиная вот с марта месяца вот по сентябрь-октябрь нам удалось уже, например, продать наши телесериалы на рынках Кыргызстана, Татарстана, Башкортостана, Индонезии, Китая, Монголии и так далее, и так далее. Это не только сериалы, мы каждую продукцию, каждый контент, который сегодня разрабатываем, производим, делаем с прицелом их дальнейшей реализации или продвижения на телерынках других стран. Тот же проект, например, «Силкой Стар». Впервые проект, казахстанский проект, идет в эфире 8 стран. Это Грузия, Азербайджан, Татарстан, Башкортостан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и так далее. То есть мы каждую неделю наш контент показываем в эфире сразу нескольких стран, в совокупности это 100 миллионов человек. То есть такой аудитории, конечно, у нас никогда не было. И чтобы в дальнейшем эффективно этим заниматься, конечно, мы и думали над осуществлением ребрендинга, мы не сразу к этому пришли. То есть не было задачи сразу взять и поменять, и отрисовать новый логотип. Мы возвращались, уходили с этого вопроса, закрывали этот вопрос, но в итоге вернулись, потому что с точки зрения продвижения, рекламы, с точки зрения подачи, узнаваемости его на сразу нескольких аудиториях, на казахскоязычной аудитории, в англоязычной аудитории, русскоязычной аудитории и так далее, мы и приняли решение осуществления ребрендинга. И так получилось, что это совпало как раз таки с инициативами нашего правительства по переходу на латинский алфавит нашего государственного языка. Поэтому, и, соответственно, то же самое и в региональных наших филиалах. Мы должны сегодня понимать, что наши республиканские или региональные каналы, любые каналы, сегодня они в сетке конкурируют не так, как раньше, там, друг с другом. То есть мы сегодня не конкурируем только с 10 каналами казахстанскими. Мы сегодня все, и вы тоже, телеканал Алматы и другие наши казахстанские телеканалы, мы с вами сегодня находимся в одинаковой степени конкурентном режиме с телеканалами самых разных стран, потому что в то же самое в пакете спутниковых тарелок или кабельного телевидения, там, где присутствует 50-100 каналов, человек выбирает между, в итоге не между 10 казахстанскими каналами, а между самыми разными каналами. И, конечно, мы должны думать над нашим интересным контентом, мы должны думать над тем, как красиво и интересно подано, над эстетикой наших программ, графических передач. Поэтому все эти задачи были
осуществлены в целях вот, эффективного дальнейшего продвижения наших каналов, основных национальных медиа-активов и региональных медиа-активов в общем информационном пространстве. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, есть ли еще вопросы? Если вопросов нету, таким образом мы видим, что процесс продолжается, ребрендинг и обновление контента в рамках всей телерадиокорпорации Казахстана. И с сегодняшнего дня изменения коснулись и региональных каналов, что уверенно повысит их конкурентоспособность на информационном пространстве. Ерлан Тынымбайлы, барлык сұрақтар үшін және жауаптар үшін сізге көп рахмет айтамыз. Алаңызға келіп, бақ өкілдерімен ақпарат бөліскеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Уважаемые журналисты, благодарим вас за активное участие. На этом мы завершаем пресс-конференцию. Келесі кездескенше, сау-саламат болыңыздар.